Деньги вместо свиней. 100 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда на компенсацию владельцам личных подворий из карантинных районов. Африканская чума свиней гуляет уже в 43 регионах страны. В Омской области выявлено почти 20 очагов инфекции. Депутатов регионального парламента пришлось экстренно вызывать из отпусков. Ситуация в регионе крайне сложная. Круглая сумма нашлась за счет экономии на обслуживание госдолга. Тарифы компенсации таковы. 133 рубля за 1 килограмм живого веса и 186 рублей за 1 килограмм убойного веса. Но 100 миллионов может и не хватить. На селе люди неохотно расстаются с поголовьем свиней, предпочитая не уничтожать, а замораживать мясо и хранить в холодильниках. Многие считают, чума появилась специально, по чьей-то прихоти, чтобы убить фермерские хозяйства и личное подворье. На сегодняшний день карантин из-за африканской чумы свиней введен уже на территории 9 муниципальных районов. Уничтожено около 10 тысяч свиней. А источник заразы до сих пор не найден. По подсчетам, пока на сегодняшний день где-то около 75 миллионов надо выплачивать людям. Но я думаю, что ситуация серьезная, и я думаю, этих денег может не хватить, потому что кроме выплаты компенсации, я думаю, надо будет и другие организационные вопросы решать. Надо утилизировать, ну, этих свиней, да, не просто сжечь их там, закопать где-то, а надо официально утилизировать с тем, чтобы не дать распространиться этой заразе и на другие объекты.